Фу-фу-фу. 12 знаков зодиака, второй сезон. Повторюшки. Ребята, а вы слышали про конкурсы подражателей? Давайте запишемся. А что это за конкурсы такие? Да ничего особенного. Надо просто повторять за другими. Это я умею. Сначала смотрю, а потом делаю так же. Ух ты, как здорово! Я тоже умею повторять, правда? Да, вот так, например, облако раскатывает лапшу туда-сюда, туда-сюда. Честно говоря, не очень-то похоже. Что ты сказал? Я сказал, что не похоже. Да сам ты не похоже. Сам такой. Хватит ругаться! Прекратите, вы меня слышите? Надо устроить конкурс, чтобы понять, кто из нас лучше подражает. Мне кажется, это идея. Я выиграю. Не будь таким самоуверенным. И кому же мы будем подражать? Ну, например, давайте будем подражать тому, кто первый пройдет по дороге. Раз-два, раз-два. Я тигр кунг-фу. Мне нет равных. Я работаю в ресторане. Привет, ребята! Приходите, попробуйте мою лапшу, она особенная. До встречи! Раз-два, раз-два. Значит, на этот раз будем подражать Грому. Я изучил Грома досконально. Я могу рычать, как Гром. Лучше пусть Кунг-фу говорит за нас, вот так. Хватит, прекратите! Я тебе ухо оторву. Соревнование начинается, я судья. Как только ресторан откроется и до момента его закрытия, вы будете повторять все, что сделает Гром. Тот, кто проиграет, будет всю неделю отдавать свои конфеты победителю. Идет. Нет, погодите. Если испугался, можешь сразу отказаться от участия. Ладно, я согласен. Доброе утро. Сегодня я работаю как всегда. Начинаем упражнение. Сначала шея. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Доброе утро, кролик брат. Доброе утро, Гром. Хочешь посмотреть, как я тренируюсь? Хочешь посмотреть, как я тренируюсь? А? Что ты сказал? А? Что ты сказал? Что? Почему ты дразнишься? Что? Почему ты дразнишься? Ты... Он что, лунатик, что ли? Ты! Ладно, хватит уже. Перейдем к упражнениям на бедра. Раз, два, три, четыре. Перейдем к упражнениям на бедра. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ты опять дразнишься? Посмотрим, сможешь ли ты повторить вот это. Это сальто назад. Это... Я не могу это повторить. Проигравший будет всю неделю отдавать свои конфеты. Таковы правила. Это сальто назад. Ты что, и правда считаешь, что ты такой же мастер кунг-фу, как и я? Ты что, и правда считаешь, что ты такой же мастер кунг-фу, как и я? Школа дракона! Школа дракона! Должен предупредить тебя, кролик Брэд. Кунг-фу нельзя научиться, просто глядя на мастера. Нужны тренировки. Кунг-фу нельзя научиться, просто глядя на мастера. Нужны тренировки. Гром, клиенты давно уже ждут. Что ты там делаешь? Извините, я просто хотел немного разогреться. Извините, я просто хотел немного разогреться. И ты туда же. Гром, иди подай лапшу гостям. Да, сейчас иду. Да, сейчас иду. Ничего не понимаю, что все это значит. Подам заказанные блюда. Подам заказанные блюда. Этот малыш никогда от меня не отстанет. Гром, а мне очень понравилось. Mm.
тоже упал. Держись, кролик Брэд. Соревнование продолжается. Спасибо. Приходите еще. Спасибо. Приходите еще. Ну все, хватит, малыш. Ресторан закрывается. Работа закончена, я ухожу. Ну все, хватит, малыш. Ресторан закрывается. Работа закончена, я ухожу. Закрывается? Лучше бы я подражал тени. Работа в ресторане такая тяжелая. Я так устал. Маленький повторюшка ушел. Какое прекрасное утро. Начнем, как всегда, с зарядки. Сначала прыжки. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Доброе утро, Трюфель. Доброе утро, Гром. Делаешь утренние упражнения? Делаешь утренние упражнения? Что? Еще один кролик Брэд? Что? Еще один кролик Брэд? Он не отстанет, пока не поймет, что не может повторить. Итак, первое упражнение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, первое. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ты что, и правда считаешь, что ты такой же мастер кунг-фу, как я? Ты что, и правда считаешь, что ты такой же мастер кунг-фу, как и я? Кунг-фу нельзя научиться, просто глядя на мастера. Повторяй. Кунг-фу нельзя научиться, просто глядя на мастера. Повторяй. Гром, что ты тут делаешь? Да ничего, тренируюсь, как всегда. Да ничего, тренируюсь, как всегда. Что, а теперь и трюфель туда же? Одну большую порцию. Иду. Иду. Уберите посуду. Иду. Иду. Гром, там крыша протекает, посмотри. Уже бегу. Уже бегу. Трюфель. Я боюсь высоты. Гром, здравствуй. Хватит дурачиться, малыш. Мы закрываемся. Хватит дурачиться, малыш. Мы закрываемся. Закрываемся? Наконец-то! Значит, можно идти домой. Нет, ни кролика Брэда, ни трюфеля. Отличное начало дня. Гром! 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 Снова вы? Что вам еще надо, детишки? Брэд и трюфель устроили соревнование. Кто лучше тебя передразнит? Передразнит? Соревнование? Да. И я пришла спросить тебя, как ты думаешь, кто победил? Теперь все ясно. Я сам объявлю им, кто победитель. Победителя не будет. Вы оба на меня не похожи. Это правда? Да, вы же слышали. А теперь идите домой. Поскольку ни один из вас не выиграл, я торжественно объявляю, что соревнование продолжится до тех пор, пока не объявится настоящий победитель! Что?
Художники Джан Гадзин, Пен Сянтун, Люй Туань и другие. Композитор Ли Лэ. На русский язык фильм озвучен по заказу компании Central Partnership в 2011 году. Ты